Да-да. Мария Васильевна, вызывали? Да, Кашкин, заходи. Хочу тебе твой диктант показать. Я ни у кого не списывал, честное слово. Я знаю. Вот. Как же так? Я же все правила выучил. Как же так? Ну, что тебе сказать, Кашкин? Что с ним церемониться? Два значит два. В следующий раз будет лучше учить. Как же два? Ты посмотри Кашкину в глаза. Два – это жестоко. Нужно дать ему еще один шанс. Кашкин тобой манипулирует. Ставить два без всяких разговоров. Нечего его было вообще вызывать. Бездельник. Но это вторая двойка подряд. Это Кашкина убьет. Нужно проявить милосердие. И поставить два. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Что хватит, Мария Васильевна? Ничего, Кашкин. А я просто тебя специально пригласила, чтобы ты сам посмотрел свой диктант и сам поставил себе оценку. Ставь три! Нет, четыре. Хотя нет, лучше ставь сразу пять. А чё? Потом всё перепишешь, всё честно. Какая пятерка? Это же двоечная работа. Сам виноват, что столько ошибок налепил. Два есть два. И сейчас она влепит двойку, то в четверти больше тройки все равно не видать. Это же простая арифметика. Ставь пять. Ну это же нечестно. Честно. Нечестно. Честно. Нечестно. Честно. Нечестно. Что хватит, Кашкин? Ничего, Мария Васильевна. Это я так задумался. Ну так что, Кашкин? Что за диктант ставить будем? А знаете что, Мария Васильевна? А давайте по домам пойдем. Ну, Кашкин, а как же оценка? А оценку, Мария Васильевна, пускай они сами ставят. Камень, ножницы.